В этом году общественная организация Всероссийского общества автомобилистов отмечает 40 лет со дня основания. Соревнования призваны подчеркнуть значимость воспитания молодых людей ответственными и дисциплинированными участниками дорожного движения. На чемпионат приехали более 50 юных любителей автоспорта. 16 команд из Москвы, Башкирии, Татарстана, Санкт-Петербурга и других городов России. Кубань всегда была и остается гостеприимной. В день открытия соревнований гостей встречали зажигательными танцами и казачьими песнями. Для приветствия участников состязаний на праздник пришли почетные гости. Всем желаю крепкого здоровья, спортсменам побед, а остальным незабываемых зрелищ. После театрализованного представления была проведена необычная жеребьевка – арбузная. Капитан анапской команды и капитан команды из Татарстана соревновались в веселом конкурсе, где не оказалось проигравших и победителей. Забота о безопасном будущем на российских дорогах, привлечение детей и подростков к занятиям техническими видами спорта и здоровому образу жизни – таковы цели соревнований среди юношеских автомобильных объединений и автошкол Всероссийского общества «Юный автомобилист». Понимаешь, что потом, когда ты будешь давать на права, тебе будет гораздо легче. Ну и приятно то, что есть какие-то деньги, когда можешь привести, ну, полуотдых, полусоревнований. Все лето мы были здесь на автодроме, занимались каждый день по 2-3 часа. Участники соревнований запустили в небо воздушные шары в форме знаменательных цифр этого чемпионата 15-40 и провели автопробег по улицам города-курорта. Алина Гумерова, Артем Зибаров, Анапа, регион.